Всем привет! Доброе утро! Как вы думаете, куда мы собрались? На поезде покататься. Саш, привет! Спать хочешь еще? Постоянно это шар. Погода вроде ничего у нас будет. Да ладно. Зонтики с собой не забрали. Покажем, заберем вас с собой, покажем, куда мы едем. Время у нас сейчас 6:20. Кстати, они врут, часы. 6:15. 6:16 у меня. Ну, у меня точно идут. Неправильно показано, 6:16. Ах, все, а там внизу написано. Ах, все, что мы приедем туда? В 6:20 это поезд придет. А, понятно. Смотрите, какой огородчик. Розочек сколько. Сейчас через 2 минуты поезд придет. О, все. Че, Саш, едем, да? Угу. Давно мы на поезде не ездили. Ну где он? Про нас забыл? Он так вокруг поехал. Ну. Вчера вон там мы гуляли везде сверху. Где наша панорама? О, едем на Чихпыхе. Итак, приехали мы на этом поезде. Находимся сейчас в Биберахе. Биберахе. Да, подъезжает наш поезд. И едем до Карлсруэ. Точно это наш. Чё-то он разогнался, Сас. Малость. Чё, нам за ним бежать, что ли? Последний вагон. Давай сюда зайдем. Открывай. О, еще и на другую дверь нам бежать. Ладно, давай сюда тогда. В какую сторону? Итак. Дальше пойдем. Ну иди, я за тобой. На второй этаж решили пойти. Что тут? Вперед. Чисто? Пойдет? Ну давай сядем. Саша, маску одевать надо, а ты снимаешь. Смотри, вот как я. Я одела. Лежу в маске. Так что. О, смотрите, гольф-плац. Мини-гольф или что это? Ту-ту, на Воркуту. Да, пап? Саша.
Смотрите, какая красота. Нам сейчас с Бибераха до Карлсруэ где-то 1:20 ехать. Прямой поезд. Nächste Station Gengenbach. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Что-то поезд, по-моему, разваливается. Жутко встает. Так, приехали мы в Гегенбах. Что, все, ладно? Нет, дальше поедем. Ребят, смотрите замок, на который мы ездили. Помните, гуляли? Виноградники там сверху. Но он, правда, был закрытый, я не знаю, до какого. Саш, мы читали, до какого он был закрыт, не помнишь? Все стекло такое грязное, не видно. Приехали мы в Оффенбург. Сколько нам тут ждать, не знаешь, Саш? Он сразу едет? Нет? Что-то народу нету. Все спят, а мы шастаем уже. Вообще, вагоны все пустые. Сзади нас одна тетенька сидит, все. Представляете? Ну да, а маски все равно снимать нельзя. Karlsruhe Hauptbahnhof. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bedanken uns für Ihre Fahrt mit DB Regio. Auf Смотрите, Wiedersehen. DB Regio Südbaden bedankt sich für Ihre Fahrt mit der Schwarzwaldbahn. Да, сейчас будем выходить. Нам сейчас. Так, ребят, полный капец. Здесь маска. Можно снять? Сейчас нам с 12 на 8 надо, да? Итак,
заходим. Что, сюда сядем? Сколько нам тут ехать? Маску-то я забыла одеть, Саша. Итак, приехали мы в Хайдельберг. Что, пешком пойдем, да? Голуби. Ну, велику сколько идти, когда у нас было велики. Ну? А что у нас сколько? Выбирай, не хочу. Я думаю, что вот такой вот возьмем сама. Ну, вперед, а не. Так, куда мы теперь идем? Погода классная. Солнышко, по-моему, зря мы кофты, куртки забрали с собой. Ой, вы упали. Извиняюсь. Хотели сначала на автобусе ехать, а передумали. Решили пешком. Но у нас автобус в тикет входит. Просто мы хотим пешком пойти, прогуляться. Посмотреть достопримечательности. Да, у нас Алис инклюзива, да? Все оплачено. Смотрите, какая красота. Мы пару дней назад были в этом городе. Ну, решили еще раз съездить на замок. И она куда полюбала, вот это вот. Смотрите. Пока Саша с нами разбирается. У нас целый день еще впереди, так что времени много. Поехали на целый день. Тут велосипедистов и трамваев. Очень много. Везде надо смотреть, в каждую сторону постоянно. Короче, кто приедет в Хайдельберг, здесь можно на каждом углу у них велики на МИД убрать. Сутки 24 часа стоит 9 евро. А насчет этих, вон стоят тоже. А насчет вот этих электрических роллеров, как они там, сити-ролля или как называется, мы еще не нашли, сколько они стоят. Вон, на каждом углу стоят. Не знаю. Что-то я задумалась, разговариваю. Вот я имела в виду вот такой вот, как тут стоит. Он, наверное, подороже. Я думаю, евро 15, наверное, стоит. С номером. Бегу.
О, смотрите. Колесо, видимо, кто-то спер, рядом поставил и ушел. Вот так. Вот стоят тоже целый отряд. Целая куча. Чуть непонятно. Мы идем в сторону замка. Где мы сейчас находимся? Без понятия. Короче, мы по Хайдельбергу гуляем первый раз пешком. Хотели сначала на мотоцикле ехать, а потом думаем, поедем на поезде. Давно уже не ездили. Что вот так. Саш, поболтай со мной немножко. Чуть скучно. Ищешь? Сколько эти роллеры стоят или что? Везде стоит, что их можно брать, а где брать, и сколько стоит, вообще ничего не стоит. Ну там, наверное, к ним подойти надо было. Обскеновать что-то надо. Чего? Без понятия. Короче, можешь не искать, все равно мы не поедем. Я уж точно не поеду, нет. Представь, я как уеду куда-нибудь. Или наоборот, мне догонять тебя придется постоянно. Саша предлагал мне, говорит, давай велики возьмем, на поезде поедем и по Хайдельбергу на великах покатаемся. Я отказалась. Смотри, какая утка. Здесь парк такой хороший, прям для детей, детская площадка, фонтан. Мне? Да. Да ты что? Что строить? Солнце такое. Тут есть раньше холп. На этом месте? 1955 года. Вон только кусок от рельсов остался. Ну. Ну, смотри, как гомняшки раскидывают. Ё-моё. Целое озеро тут. Да? Смотрите, какая красота тут. Коммерцбанк какой у них. Красивый. Там тоже здания какие, постройки. Сейчас мы направляемся в Альтштадт. Там Биштим будет что-то. Ну, да, можно по парку идти. Ну вот, пойдем в подземный переход. Перейдем, посмотрим, что там. Вышли мы из подземного хода. Поднимаемся. Статуя. Сейчас я камеру разверну. Сейчас в тенек зайду. А тут что, все, и парк кончается. Я думаю, что мы так и будем идти. Ты думал? Deutsche Bank.
Идем, идем. Куда идем? А? А? Атаку. Разверни. Ребят, смотрите, как мы поднялись. Штайльхох. Город внизу вон находится. Здесь по дороге поднимаемся вверх. Жарко прям так, да? Ну. Пойдем туда, вон туда, в парк. Посмотрим. Там вид, наверное, классный. Люди собираются потихоньку. Я надеюсь, в нем будет открыто все. Посмотрим. Город. Блин, какой вид. Вон, смотрите. Нет, это не тот мост, где мы были. Оттуда замок видно этот. Сейчас пойду дальше, посмотрим. А, вот совсем. Что-то я далеко ищу. Вот этот мост, по которому мы ходили пару дней назад. Не повезло. Энди уронил дядечка. Вон, смотри, мост.